Доброго дня, мы из Украины. Доброго ранку. Помните, в этом месте, пойдем, Дим, в этом месте Дима поймал первых десантников, которые штурмовали у нас тут в районе переправы, пытались штурмовать. Смотрите, что хочу сказать, у нас пополнение, Дим, в результате там спецоперации. У нас появился еще один тигр. Ну, тигр у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Помните, Ванек писал о том, что мы покупаем технику? Ну, вот он, этот тигр, который приехал уже не отжатый, а купленный. Подробности вот здесь. Итого, что хочу сказать, что гораздо легче и на похоронные русским покупать «Ладу». Можно продать технику, остаться живым, приехать домой и купить себе эту вонючую «Ладу». Техника так себе, то есть тут крышка от кастрюли вместо крышки от фильтра. Но мы все доделаем, приведем в порядок и отправим в бой. Деньги платим, прайс у Ванька на сайте. Всем добра. Дима. Слава Украине. Героям слава.